Надеюсь, вам понравится этот простой рецепт грибного супа в горшочке. Вкус у него просто бесподобный, а подача в горшочках делает его вполне достойным праздничного стола. Такой суп можно, конечно, приготовить в обычных керамических горшочках, но раз уж мы решили, что он достоин праздничного обеда, давайте сделаем наше блюдо неотразимым и подадим его в горшочках из хлеба. Ваши гости будут в восторге, уверяю. Узнав, как приготовить грибной суп в горшочке из хлеба, вы приятно удивитесь, ведь это очень просто, а съедобные горшочки надолго запомнятся, особенно детям и мужчинам. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. С каждой буханки острым ножом срезать верхушку. Осторожно, чтобы не повредить корочку, вынуть мякоть, вы можете использовать ее для приготовления домашних панировочных сухарей. Отправить горшочки и крышки в разогретую до 200 с духовку на 10 минут, чтобы они подсохли и слегка подрумянились. Грибы вымыть, обсушить и нарезать. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Лук измельчить острым ножом. В глубокой сковороде растопить сливочное масло. Обжаривать грибы до полного выкипания жидкости, затем добавить лук и пассеровать до румяного цвета. На сухой сковороде подсушить муку до легкой золотистости, затем, постоянно помешивая, ввести сливки и молоко, посолить, поперчить, добавить мускатный орех, прогревать на медленном огне, пока соус не начнет густеть. Небольшими порциями соединить обжаренные грибы с соусом, перемешать, если суп получается недостаточно жидкий, добавить немного молока, а также, соответственно, соли и специй, выключить огонь и дать супу дойти под крышкой. Разлить суп по хлебным горшочкам, накрыть крышками и отправить в умеренно горячую духовку минут на 5. Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Грибы 0,5 кг, лук репчатый 1-2 штук, мюка 2 столовые ложки, сливки жирные 1 стакан, масло сливочное 100 г, хлеб 3-4 штук, лучше всего использовать небольшие круглые буханки, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, мускатный орех по вкусу, молоко 2 стакана, количество порций 3-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Я рада гостям.